Антон – это очень много времени, проведенного вместе, на работе и вне работы. Антон – это Audi. Антон – это Audi Центр Севера. Антон – это друг. Антон – это коллега. Антон – это наставник. Антон – это учитель. Антон в моей жизни – это, наверное, очень много значит имя. У нас произошла такая драка, в которой мы с Антоном, ну, на мой взгляд, узнали друг друга как такие боевые товарищи, которые друг друга в беде не бросят и будут биться до последнего. Это была такая одна из ярких самых историй, которая мне запомнилась. Спасибо тебе большое, Антон, за то, что ты вот был с нами, и то, что ты заряжал нас всех этой энергией, этим импульсом. Спасибо за то, что благодаря тебе мы достигаем таких невероятных результатов. Это огромная честь и гордость работать с тобой и в огонь, и в воду. Ты сам это все прекрасно знаешь. Спасибо тебе за то, что я получила вот это. Это тоже для меня очень много значит. Я никогда в жизни не думала, что я могу до этого дойти. И наконец-то я до этого дошла. Я бы хотела, чтобы у него снова горели глаза. Это очень важно. Я хочу, чтобы все то, что все те проекты, которые он задумал, обязательно у него осуществились. И мы, ну, лично я всегда готова ему в этом помочь. Он потрясающий человек, он невероятный стратег. Я думаю, что у него в принципе не должно ничего не, ну, чего-то не получиться, все обязательно получится. Я надеюсь, что мы с ним встретимся в самое ближайшее время уже при других совершенно обстоятельствах. Я думаю, что все будет здорово. Вот и все. Только удачи, только добра, только здоровья ему и близким, и всех свершений, которые он наметил в своей жизни. Лично для меня, конечно, его присутствие и даже понимание, даже в его отсутствии того, что на станции порядок. Я, конечно, надеюсь, что так все и останется. И мало что изменится, но не очень сильно в этом уверена. Ну, я хотела бы сказать, что я его очень люблю, уважаю, ценю как руководителя, как человека. И я знаю, что у него все будет замечательно, ну, и желаю ему удачи там, куда он уходит. Расти. Ну, я думаю, он добьется очень много. Прошли, можно сказать, вагон, воду и медную трубу. Лютый, мощный, авторитетный. Приятно было с ним работать. Только хорошие впечатления остались, и прямолинейность, честнота и открытость, конечно, как за лидером ведет им всегда. Я сейчас вспомнил первое знакомство с Антоном, я приехал к нему на собеседование, захожу в кабинет, выходят два парня, он с ними обнимается, у него такие здоровые часы, я сразу думаю, туда ли я вообще приехал. Вот. Общее впечатление, что человек очень серьезный, человек, который всегда делает то, о чем он говорит, и всегда, в принципе, помогает, можно обратиться за советом, и он поможет. Может быть, как вот без ногу убрать костыль, да, и вот, как даже не знаю. Хорошее сравнение, в принципе, согласен. Двоякие чувства, и правда жалко, искренне жалко. Мы его очень уважаем, любим, и вот. Для нас как член семьи, как мы для него член семьи больше будет, да? Я хочу сказать, Антон, большое тебе спасибо. И я надеюсь, что наши пути, они еще будут пересекаться не раз. Я думаю, все, что нужно ему желать, у него уже есть, но я желаю ему, самое главное, дальнейшего развития геометрического. Вот, чтобы мы увидели его в каких-то новостях, еще что-то, и чтобы радовались, потому что говорит, что мы его знаем, он наш директор. Потому что я помню, что я сидела и ждала его на диванчике в баре, подошел Антон и обшарил меня так с ног до головы, и первое, что он спросил, самый первый вопрос, это был, когда ты сможешь выйти на работу. Я так помню, опешила, я абсолютно другого знакомства ожидала, ну, уже, в принципе, готова. Антон для меня красивый, импозантный мужчина, который не может не нравиться женщине. Мне будет
искренне его не хватать. Я ему безумно благодарна за все, что он делал для меня, для компании, для моей семьи, для всех нас. Ты всегда останешься харизматичным парнем, каким я тебя увидел первый раз и каким я тебя видел все это время. Спасибо, Антон. Был вот реально таким гарантом стабильности и всего хорошего, что было в этой компании. Поэтому сейчас, честно говоря, немного опустошен. Антон, ну хотелось бы сказать, на самом деле, большое человеческое спасибо за тот большой опыт, который я приобрел здесь. Без тебя бы этого бы не было. Лучше бы, наверное, директора, лучше бы руководителя у меня не было. Что будет какая-то неопределенность в ближайшее время. Неопределенности не хочется, хочется продолжать работать с Антоном. Антон, мы с тобой. Пис. Он это легенда, это история для Рольфа, для дилерского центра, для многих людей здесь. И я второго такого человека не знаю, и я думаю, вряд ли когда-то узнаю. То есть это вот те люди, которые являются действительно звездами. Хочется только попросить Антона, чтобы он чаще заезжал к нам в гости, и чаще мы встречались в караоке, так как это тоже одно из его любимых занятий, пели «Мама анархия» и бабушка «Моя бабушка курит трубку». Это верно. Антон, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что дал мне шанс работать в достойной компании, а главное, в окружении одних профессионалов. Я надеюсь, что ты добьешься того, к чему идешь, потому что ты сильный человек, а главное, что ты настоящий лидер. Спасибо тебе, Антон. Затравил всех купаться на корпоративе, тоже интересно, в жару. Все стеснялись, он первый ринулся в бой. Ну, с Антоном мне ярких моментов не бывает. Любое общение с ним превращается в яркий момент. Это приветствие, Антон Андреевич, Татьяна Марковна, Антон поймет. Я почту не читала неделю, наверное, вообще вот ни одного письма. И я села за компьютер только вот буквально там 2 минуты. И открыв, разблокировав компьютер, пришло это письмо. То есть настолько совпало, это была такая случайность. И я читаю тему письма «Спасибо» и сразу все понимаю, что он хотел написать. Я встала, просто пошла к нему, ну и спросила, как это так. Только, естественно, это было нецензурно. Вот. Почувствовала просто потерю близкого человека. Давай следующий. Спасибо, Антон. 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 Спасибо, Антон.